Сегодня мы приготовим пикантную закуску из помидоров, которая готовится очень быстро и просто. Итак, берем помидоры. У меня 0,5 килограмма. И режем их небольшими кусочками. Вот такие. Кусочки должны быть такие небольшие и не маленькие. Помидоры мы отправляем в удобную емкость. Так мы режем все помидоры. Помидоры я порезала. Теперь помидорам отправляем 2-3 зубчика чеснока, измельченные любым удобным способом. Также зелень. Зелень любая. У меня укроп. Соль по вкусу. Черный молотый перец. Также по вкусу. Уксус. У меня яблочный, потому 1 столовая ложка. Если уксус не яблочный, не 6%, а обычный 9%, где-то можно половинку столовой ложечки. И подсолнечное масло. Подсолнечное масло 2-3 столовые ложечки. Я думаю, где-то 3. 3 полных столовые ложки. И вот так аккуратненько все перемешиваем. Уже классно пахнет. Ну вот, наша закуска готовая. Теперь, чтобы закуска хорошо пропиталась всеми ароматами, отправляем наши помидорки в холодильник. Закрываем пленочкой или крышечкой где-то на 30 минут. И можно подавать к столу. Приятного всем аппетита!